В День знаний состоялось торжественное открытие одной из самых больших школ в Республике Дагестан, номер 54. Она рассчитана на 1224 места, но фактически сможет принять около 1500 учеников без нарушения образовательного процесса. 1 сентября порог нового образовательного учреждения перешагнули 900 ребят, которые проживают в Семендере и Красноармейске. Отметим, что директором школы номер 54 является опытный педагог, мать первого героя России, участника СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. Первоклассникам хочу пожелать здоровья, чтобы эта школа новая, красивая, была для них вторым домом, чтобы они здесь созидали и творили, получили много знаний, и всегда все они рвались, чтобы сюда приходить. На 4 этажах школы имеются 63 классные аудитории, лифты, учебные корпусы для старших и младших классов, пищеблок, актовый зал, спортивный блок и бассейны. Также на территории учебного заведения расположены спортивные поля и воркаут-площадка. В рамках торжественного открытия председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил эту школу как одну из передовых в Дагестане, ведь она соответствует самым последним стандартам и нормативам, а также оснащена новейшим оборудованием. Также в этот праздничный день ученики старших классов со сцены рассказали стихи Расула Гамзатова на русском и родном языках. Мне очень приятно, что с детства вы нашим детям прививаете чувство патриотизма, чувство к родному языку, чувство к родному Дагестану. Но Всевышним нам сегодня дано такое право сохранить Дагестан, развивать Дагестан, чтобы Дагестан дальше развивался. Ну о никаком Дагестане мы не можем говорить, если не будем мы знать своих корней, не будем знать свой язык, свою культуру. Напомним, что в День знаний в регионе было открыто 15 средних образовательных учреждений и 13 детских садов, а в 139 школах проведен капремонт. Это количество стало рекордным по России.